Мощный снегопад надвигается на Нижний Новгород. Обильные осадки продолжатся как минимум трое суток. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9. Днем от 0 до минус 5. На отдельных участках дорог накат и гололедица. Осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильный, колебаний мокрого снега, различные гололедные явления. На открытых участках возможно метели и ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее. Это особенно важно для автомобилистов и пешеходов. В связи с этим в администрации города сообщают, что за час до начала снегопада все дорожные предприятия приступят к обработке песко-соляной смесью сначала мостов, эстакад и подъемов, затем основных магистралей и, наконец, второстепенных улиц. В каждой дорожной эксплуатационной организации есть четкий перечень участков, требующих первоочередной обработки. Конечно, на дорогах скользко, и ощущение дискомфорта будет носить северо-западный умеренный ветер. Вот так, такая погода ожидает нижегородцев на праздники. Причем рабочая неделя начнется с также неустойчивой погоды. Поэтому департамент благоустройства и дорожного хозяйства обращается с просьбой к автомобилистам не оставлять свои машины припаркованными вдоль основных магистралей города, чтобы не создавать препятствий работе техники, которая будет заниматься уборкой города по ночам.